Так вот выглядит мой старый спортзал. Тут все. Больше его нет. Качалки больше нет. Теперь они отстроили, говорят, 3 года назад вот это здание новое, в котором я сегодня и покачался. Но я сегодня пришел именно за духом старой качалки. Тут, по слухам, занимался Владимир Турчинский. Я его, правда, никогда не видел. Но, говорят, занимался. Приседы делал там сумасшедшие какие-то. Вот так. Палочка, да? Душевая. Толчок ничем не закрывается. Сидишь, дрищешь, можешь здесь помыться. Пока здесь люди переодеваются. Нормально, да? Жесть. Пота льет с меня, значит, все супер. Домой.